Сегодня в Доме офицеров вместо музыки слышны лишь звуки строительных инструментов. В начале лета здесь начался долгожданный капитальный ремонт. Об этом событии местные жители мечтали не одно десятилетие. Средства на ремонт были выделены из бюджета городского поселения Горки-Ленинские. Их вполне хватило, чтобы не ждать включения клуба в губернаторскую программу. В этом случае реконструкция наступила бы только через пару лет. Но время решили не терять. За несколько месяцев строители успели полностью поменять крышу, трубопровод, электросети, утеплить стены и потолок. Сейчас идет отделка фасада. Цвет выбрали классический, солнечный, чтобы был контраст с активной растительностью вокруг. По факту получается довольно-таки даже не меньше нашего районного дома культуры в части зрительского зала. Вот мы сейчас все здесь смотрели, в том числе смотрели параметры по безбарьерной среде. Это немаловажно для нас. Все-таки 280, минимум 280 человек зрительский зал у нас будет принимать. Это, я думаю, большой праздник не только для бывшего военного, жителей бывшего военного городка Петровска, но и для всех жителей городского поселения Горки-Ленинские. К концу этой недели планируется первый пуск тепла, и тогда можно будет начинать косметические работы. И здесь все будет по-новому. Основной зрительный зал оборудуют удобными креслами и современной техникой. В кабинетах расположатся различные направления дополнительного образования. Классы хореографии, спорта, вокально-инструментальный и застудия. Я думаю, что это очень хорошо. И всегда жители этого населенного пункта интересовались вопросами культуры. Всегда, даже будучи, так сказать, в плохом состоянии, в этом Доме культуры проводились и концерты. Ну, а сейчас, имея такое здание после капитального ремонта, конечно, я думаю, это станет действительно центром этого Петровского. Заведующий Домом офицеров планируется назначить исполняющую обязанности директора досугового центра «Юность» в Горках-Ленинских и сделать клуб одним из структурных подразделений центра. Жанна Карасева на стройке каждый день. Лично контролирует ход капитального ремонта. Ожидается, как мне кажется, гармоничное помещение с удобными классами, с удобным зрительным залом. Я надеюсь, что в данном помещении будет уютно, как дома. То есть захочется сюда прийти снова и снова. Перерезать красную ленточку планируется в декабре. Уже сейчас представители администрации Ленинского района думают, каким должно стать торжественное открытие Дома офицеров в преддверии самого любимого праздника россиян – Нового года. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.